Доброе утро. В книге Притч, 15 глава, 29 стих, говорится, что Бог далек от нечестивых, а молитвы праведников слышит. И я хочу напомнить вам, что в тот момент, когда вы доверили свою жизнь, все свои помыслы Господу, то в этот день вам это вменилось в праведность. То есть ваши молитвы Бог да слышит. И поэтому Павел в послании Фессалоникийцам говорит: «Непрестанно молитесь». Мы знаем, что многие расценивают молитву как попрошайничество, как выпрашивание чего-то у Бога, но на самом деле все, что касается молитвы, это все-таки общение с Богом, это диалог. И в большинстве своем мы иногда, может быть, забываем об этом, но Павел призывает нас непрестанно молитесь, то есть непрестанно разговаривайте с Богом. Написано, что Бог молитвы праведников слышит. Это значит, что Он не просто слышит. Слово «шма» или «шомеа» на иврите обозначает «слышит» и «выполняет», то есть принимает к исполнению. Поэтому Писание говорит, что мы знаем, что Бог слышит наши молитвы, и непрестанно нужно молиться. Поэтому благословляю вас провести этот день сегодня в молитве, особенно тех наших ребят, которые находятся на молодежной конференции Next Level в Ашдоде. Мне вчера довелось побывать там, вот даже у меня майка оттуда, называется Next Level. И благословляю ваш сегодняшний день, и будьте всегда с Богом, непрестанно молитесь. Помните, что от нечестивых Бог далек, а ваши молитвы Он слышит. Будьте благословенны. Пока.